Почему говорить «Средняя Азия» — это неправильно? Есть люди в наших же странах, наши соотечественники, которые очень любят Советский Союз, и нельзя говорить им, что это неправильно или это нельзя. То есть все ли то, что мы думаем деколониально, является деколониальным на самом деле? Звучит как экзистенциальный вопрос. Мы все ощущаем и испытываем постсоветскость очень по-разному. Кого я знаю, я всех спрашиваю, что мы имеем в виду под постсоветским? Что есть постсоветский? Это все заархивировано. Пожалуйста, ребята, смотрите в архивы. Казахта сөз бар, аурун жасырган адам өледі. Или у вас не было истории до Советского Союза, мы вам цивилизацию принесли. Это настолько колониальный язык, что люди даже не задумываются об этом. Но, по сути, как мы можем об этом не говорить, когда даже сегодня у нас есть, стоит угроза того, что, вот, как ты и сказала, кто-то может прийти, просто захватить и снова сделать колонии. И поэтому мне кажется, что Советский Союз нужно воспринимать как империю, просто империю другого типа, которую нам еще стоит описать и понять. Эскимо по 3 копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Одеколон». Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст о деколонизации. В этом эпизоде мы хотим поговорить о том, что такое постколониальность и постсоветскость, потому что мы очень много говорим о деколониальности, но мне кажется, нельзя говорить о деколониальности, не обсуждая такие феномены, как постколониальность и постсоветскость. И поэтому сегодня с нами в гостях Диана Худайберген, исследовательница и социологиня, и Камила Смогулова, исследовательница Paper Lab. Расскажите, пожалуйста, что вообще такое постколониальность? Я сделала один дисклеймер, да. Что для меня, как бы для моего нынешнего capacity производства знаний, я очень много опираюсь на работы Дианы, поэтому я передаю слово ей. Диана, прекрасно. Постколониальность — это одна из сфер изучения как бы бывших колониальных стран и народов. Постколониальность развилась уже в прошлом веке, да, можно сказать, в 70-х, 80-х годах прошлого века. Мне кажется, тремя столпами постколониальной науки и вообще постколониального течения являются Эдвард Саид, который написал великую книгу, на мой взгляд, «Ориентализм», Гаятри Спивак, которая писала «Может ли Сабалтерн говорить?», да, то есть она ввела очень интересный термин Грамши. Извиняюсь, что я очень академична, но как бы если говорить про постколониальность, ставим ссылки. Это именно вот как бы академический дискурс. Третьим именем, которое, наверное, можно назвать, это Хоми Баба, исследователь из Индии, который писал на английском. Его сборник сочинений, на русский если перевести, это получается... локация культуры, location of culture, и они все исходят как бы из разных анализов, что можно понять, что происходит со страной или с культурой, с народами, когда колониализм заканчивается и начинается этот долгий процесс постколониализма, как это можно описать, это состояние, и что это означает. И многие постколониальные исследователи опираются на исследования литературы местной, как об этом описывается в художественном языке. Камила правильно сказала, Хоми Баба говорит о таком концепте, как мимикрия. То есть что остается от бывшего колониального бывшей метрополии в понимании знаний, в понимании языка, и как это потом переосмысливается в литературном тексте. Но это немножко отличается от деколониальной науки, или от деколониальной оптики, будем так называть. Они немножко различаются в понимании того, что деколониальная оптика говорит о том, что когда заканчивается колониализм, и, например, империя уходит и дает там независимость или вообще как бы отрекается от своих бывших колоний, то это не значит, что не заканчивается колониальность. То есть все равно эти отношения, властвующие отношения, да, как бы... властвующего дискурса или властвующих понятий в отношении истории, себя, своей субъектности, в отношении очень важно торгово-экономических
каких-то связей, оно все равно остается, и поэтому бывшие колонии, несмотря на то, что они уже независимые много лет, они все равно остаются в таком процессе, как бы, ну, на второстепенно, то есть выстраивается определенная иерархия, где центр, бывшая метрополия, всегда становится таким осью главенствования, мы это называем часто глобальный север или развитые страны, и вот эта иерархия развитые страны, развивающиеся страны, неразвитые страны, третий мир, глобальный север, глобальный юг. Очень я не люблю это понятие глобальный юг, но как бы понятно, что это выстраивание определенной иерархии, где бывшие метрополии всегда главенствуют, а бывшие колонии как бы занимают немножко второстепенную позицию. И деколониальная оптика, она немного позволяет рассмотреть более детально и комплексно, как эти отношения работают дальше. Недавно я, кстати, привезла такой с одной конференции, не буду говорить, с какой, вот Диана как раз упомянула про глобальный север, глобальный юг. И, ну, на панели часто использовали про антиимпериалистские нарративы, которые должны возникнуть у нас в регионах наших, да, там Центральной Азии, Южного Кавказа. Но, тем не менее, спикер один очень часто ссылался на глобальный юг, он продолжал говорить «Global South, Global South». Я спросила у него, вы столько раз упомянули антиимперскость, что мы должны отходить, что мы должны как-то все тоже деколонизировать, но при этом вы используете термин как «глобальный юг». И какая у вас есть альтернатива? И один из них ответил, ну я же не использую третий мир. И то есть получается из двух зол глобальный юг — это хотя бы не... То есть такое более вежливое, более аккуратное использование третьего мира. Ну и потом, это иерархия, по которой описывается, то есть и глобальный север, и глобальный юг, и все эти категории потом, как мы считаемся развивающимися или развитыми странами, он тоже продиктован, в принципе, бывшими колониальными метрополиями. А глобальный север диктует те параметры, по которым мы будем тоже еще развиваться. Себя. И дальше как-то жить и быть. А хотя деколониальная оптика говорит о том, что не должно быть одной главенствующей идеи, кто задает правила этой игры, да, а что может быть очень много разных смыслов и разных оптик, потому что, например, мы, находясь в Центральной Азии, можем сказать, мы центр, там, Ургенч для меня или Нукус — это центр, и в моем понимании, в моем осмыслении мира это центрально, а не, например, это не Париж, что является центром для, например, Западной Европы. Ну или можно, находясь в Турции, сказать, что Россия — это Закавказье, а не Закавказье, которым называлось много лет, а до сих пор называется там Южный Кавказ. Или определить разные параметры того, как мы будем развиваться. Ну вообще понятие развития прогресса, оно очень евроцентричное, и оно идет тоже из понимания колониализма, потому что вот деколониальные исследователи говорят, что темной стороной модерности, которая развивалась, естественно, в Европе с момента эпохи Возрождения, темной стороной модерности всегда был колониализм, и поэтому они идут и развиваются друг с другом в одном как бы сплетении. Ну вот все, что мы сейчас обсудили, это, получается, продукты, ну не продукты, а это и есть формы, в которых выражается вот этот постколониализм. А постколониализм, если простыми словами сказать, то это просто остатки того, что до сих пор продолжает жить, остатки империи, которая продолжает жить до сих пор и влиять на наши жизни сейчас. И если мы связываем, что такое постколониальность с деколониализмом, то получается, нам нужно распознать вот этот вот постколониализм, чтобы в деколониальной оптике можно было от них избавиться и с ними работать, правильно? А вот у меня такой вопрос, разве мы можем говорить постколониализм и деколониализм? Разве это правильно? То есть разве вот изм, это, если мы говорим, что деколониальная оптика, это про критику, это про переосмысление, это про попытку перестроить, точнее, не перестроить, а, наверное, даже где-то разрушить иерархии, не является ли изм как раз-таки, мы теперь деколониальную оптику хотим встроить в эти иерархии? Это как сейчас я часто встречаю критику ко всему деколониальному, вот чем мы занимаемся, да, и люди очень критично и очень даже, наверное, напуганно настроены к этому, они говорят «деколонизаторы». И ты объясняешь им, что когда вы говорите «деколонизаторы», вы приравниваете их снова к колонизаторам, и вы снова пытаетесь в эту же рамку встроиться и строить туда деколониальность, которая, наоборот, говорит о выходе и о разрушении этих рамок. Очень классно подметила. Вот. Это и важно. Каждый раз, когда они пишут критику «деколонизаторы», я хочу им сказать, не бывает такого слова, вы просто используете такую большую подмену понятий. Очень.
Ну и многое, вот то, что Айдай, ты правильно подметила, про то, что мы часто... Ну вот во всех дебатах сейчас деколониальных, которые очень... я очень... Вот то, что Тластана Мадина говорила, да, по-моему, на Венецианском биеннале, что есть мейнстриминг какой-то, и в том числе есть комодификация большая. И я очень тоже, наверное, к этому отношусь и с воодушевлением, и с опаской, потому что, да, это подразумевает, что говорить об этом могут все, и как раз-таки каждый со своей историей, но в этом есть много путаницы, и много, когда мы думаем, что мы выдаем постколониальное за деколониальное. Хорошо, вот важный вопрос, к которому мы подошли, который я тоже хотела обсудить. Вот как связаны, в чем различаются, в чем схожи постколониальность и деколониальность? Ты опять говоришь деколониальность. Блин, деколониальное, наверное. Деколониальная, да, деколониальная оптика. Я вот недавно пересматривала на TED Talks Астана Ольга Мун, исследовательница. Она там очень хорошие три критерия привела, да, что деколониальная — это в первую очередь антикапиталистическая, антироссийская и антипатриархальная, да. И то есть почему вот, например, есть подмена понятий? Потому что вот если эти три критерия часто напоминать всем, то многое, что выдается за деколониальное, на самом деле еще в постколониальном осталось периоде. И, наверное, как-то в нем надо чуть-чуть себе дать возможность повариться. Ну, то есть вот простой пример, недавно инсайт, который со мной случился, о котором я тебе, Айдай, писала, что я даже так думала до недавнего времени, что вот, допустим, вот мы много говорили в этих же подкастах, да, и Диана предпишет про вот интеллигенцию 20 века, интеллигенция тоже по сам по себе очень колониальный термин, да, но будем говорить интеллектуалы, блока не коммунистского, как они белые, да, наверное, как правильно говорить, кому они были ближе, лошадинцы? Ну, скажем, прогрессивные, либеральные интеллектуалы 20 века, которые вот как раз-таки в 30-е годы были все репрессированы, и у многих из них не осталось потомков алашординца, да? И вот сейчас они являются таким как бы имиджеобразующим, да, когда мы говорим про идентичность, и они также входят в деколониальную оптику, то есть некоторые называют это деколонизацией своей идентичности, когда вот теперь для нас там алашовцы — это герои. Но первый критерий, когда выходят их имена, их изображения — это чаще мужчины. Несмотря на то, что все говорят, что они, как либерал-демократы, продвигали гендерное равенство, когда ты просишь кого-то назвать имена женщин, которые были в их движении, все молчат. То есть антипатриархальный критерий... Ну, ты же об этом пишешь. Ну, да, но все те, кто используют их имена, те, кто выпускают книги, те, кто снимают клипы, делают какие-то вещи. Я понимаю, что многие, например, креаторы в медиа, они скорее не переосмысляют, они просто это используют, у них как бы другие цели. И мы тоже не можем говорить, что это неправда. Нет, это как бы это факт. Но просто если мы это анализируем с деколониальной точки зрения, то там больше патриархального. Потому что каждый раз, когда вы говорите «Алаш», у вас выходят Дулатов, Бакиханов, Байтурсынов, прекрасные великие сыны, да, казахского народа, но, опять-таки, народ тоже очень колониальное слово. Но там нет женских имен, которые выходят, да. И меня, кстати, часто за это критикуют, что «отстань, успокойся», как бы, но я не успокоюсь, наверное. Потом второе, то есть антикапиталистическое, да, там тоже происходит большая комодификация того, что их имена используют, это часть как бы поп-культуры. Это тоже недостаточно деколониально. И это больше, как будто бы, мне кажется, что это уходит больше про nation state чуть-чуть. То есть здесь, если мы говорим про этнические меньшинства, где их место в таких дебатах? Я вот часто задаюсь этим вопросом. Я понимаю, что некоторые, допустим, говорят, надо дать казахам побыть казахами, дать кыргызам побыть кыргызам и так далее, но где здесь в этих каких-то обсуждениях, да, место для этнических меньшинств? И можем... То есть все ли то, что мы думаем деколониально, является деколониальным на самом деле? И звучит как экзистенциальный вопрос, у меня сейчас все перевернулось, потому что да. Просто даже вот тех авторов, которые Диана упомянула, да, и Хоим Баба, и Спивак, и Саида, и там Франц Фанон, да, то есть надо их как будто бы. Ну, мне кажется, я вот всем рекомендую, там, не знаю, возьмите, если нет ориентализма, почитайте «Черная кожа, белые маски», правильно сказать, Франца Фанона, да, почитайте и подумайте, да, что такое там экзотизация, самоэкзотизация, самоориентализация и так далее. То есть какие-то такие должны быть прикладные, понятные вещи для людей. Почему говорить «Средняя Азия» — это неправильно? Почему считать, почему в Закавказье использовать это очень так?
Вот ты назвала три критерия, по которым та или иная идея, мысль считается деколониальной, правильно? Получается, все, что не попадает под эти критерии, оно остается в постколониальном пространстве. Мне кажется, там нет таких жестких рамок. Да. Мне кажется, что это скорее про то, если люди хотят идентифицировать себя с определенным течением, наверное, да, то хорошо бы почитать вот этих авторов. Я ссылаюсь, наверное, на какие-то столпы. Естественно, постколониальная школа, она огромная там. И, к счастью, там очень много женщин. И там тоже очень много дебатов, и люди немного не соглашаются друг с другом. Не то, что немного, там есть прям очень жаркие дебаты. И мне кажется, что вот в Центральной Азии наши там исследователи, мои друзья, все, кто начинал это дело, мы тоже как бы отталкивались сначала от постколониального, потому что нам казалось, что, ну, если это то, что уже существует, есть определенные рамки, давайте посмотрим, а потом, типа, проверим, что нам подходит больше, что подходит меньше. Но, как бы, и это тоже такой был неправильный подход, потому что нет определенной рамки, которая будет похожа ко всем. То есть бывшие колонии Британской империи будут отличаться от бывших колоний Российской империи, потому что просто это были разные имперские проекты. Сама Российская империя тоже была как бы второстепенной и постоянно чувствовала себя отчужденно от европейских каких-то метрополий. Поэтому там тоже очень много каких-то нюансов. Но мне кажется, да, когда, если говорить о каком-то интеллектуальном разговоре или диалоге, тогда это было... Ну и опять-таки люди могут найти себя больше в этом каком-то... в этой перспективе с Эдвардом Саидом, например. Я до сих пор считаю, что это одна из лучших книг, которую стоит почитать, наверное, в жизни. Ну, а другие люди, до которых интересна деколониальная оптика, могут найти себя и там. Но вот Мадина Тластанова как раз-таки говорит о том, что нельзя размежевать и, то есть, создавать барьеры между двумя этими школами или оптиками, или выборами, да, и наоборот, они должны друг друга обогащать. То есть разные подходы могут рассматривать с разными людьми. И мы, в принципе, нельзя говорить, что вот вы только делаете постколониальные исследования, а вы делаете деколониальные, а вы делаете там антиколониальные или постсоветские. И вот тут, да, тоже как бы интересно то, что во всем этом дебате постсоветское, я еще вкину еще один, как бы... Ну, я тоже хочу это проблематизировать, что есть постсоветское, да, ну, как бы еще один такой феномен, что мы вот как постсоветские, мы лично как какие-то сироты казанские, если можно так сказать, то есть мы не можем себя найти не в постколониальном иногда в дискурсе, да, хотя мы об этом пишем, и как бы вот сейчас деколониальная оптика, потому что она более всеобъемлющая, она как-то там есть разные пути, плюриверсализм, да, то есть как бы является одной из главных пониманий в деколониальной оптике, и там можно как-то найти и говорить о том, что мы тоже как бы испытываем это, и мы тоже можем это к себе применить. Но вот постсоветское, мне кажется, из всех больших терминов, оно остается самым не как бы самым таким не особо популярным, скажем так, в больших академических дебатах, и не самым осмысленным и продуманным, хотя было очень много исследований сделано, очень много писалось об этом. И мне кажется, что здесь нужна не только уже исследовательская база, а какая-то теоризация. И она должна что происходить... Что такое постсоветский вообще? Да, и она должна происходить не извне, потому что я тоже сейчас читаю очень много каких-то книг, которые были написаны исследователями, которые приезжали в постсоветское, когда они, то есть там исследователи Британии или Европы, неважно откуда, из Индии, из других стран, у них не было раньше доступа к советскому, и вот тут распался союз, открылись границы, и они смогли приезжать изучать постсоветское. Но мне кажется, переосмыслить, что это означает для нас, должны именно сами люди, которые живут или жили, или выросли в постсоветском. Это, мне кажется, наша тема, что мы должны это сначала делать, и потом... Вот с постсоветским вообще я тоже часто задаю вопросы, и вот всем, кого я знаю, я всех спрашиваю, что мы имеем в виду под постсоветским? Что есть постсоветский. Недавно мне один человек ответил, что мы все это используем, но мы не знаем, что это такое, да, потому что нет теоризации. Но я, наверное, сейчас от постсоветского мы, наверное, вернемся. Я чуть немножко про постколониальное насчет вот того, что почитать. Мне кажется, вот, ну, особенно для нашей аудитории Айтматова, особенно поздние работы Айтматова, это очень такие для постколониальной вещи, чтобы понять это. «Прощай, Кульсара» очень такой в тему, мне кажется, роман «И дольше века длится день». То есть вот именно поздние его работы, то есть не начало, когда Джамиля, «Материнское поле», а что-то вот более такое позднее, которое написал, оно очень помогает понять.
постсоветское, постколониальное. Кстати, Жан Санбаев, казахский писатель, которого не должны забывать, мне кажется, он очень постколониальный писатель. Магауин? Да. Ну, Мухтар Магауин, мне кажется, он настолько многогранный, у него столько, он так много пишет, и за это ему огромное спасибо. Но я бы его поставила вот где-то между... Ну, тазының өлімі, смерть таза. Где-то между... В какой-то период пост он идея. Пост, а уже когда распадается Союз, его начинают 90-е годы писать, мне кажется, он становится уже очень деколониальным, да? Очень. Притом он пишет на таком крутом казахском языке, в котором просто ты открываешь книгу, и перед тобой как будто другая вселенная. И вот он очень деколониальный, да. Возвращаясь к вопросу постсоветскости, это следующее, что хотела бы обсудить. Получается, вот, а что такое постсоветскость? Я понимаю, что, возможно, нету какой-то определенной теоризации, но вот из того, что есть, что вы знаете, что это такое? Ну, это также один из инструментов избежать колониального, потому что иначе придется же задавать вопросы, а если мы говорим, например, как о наших обществах, как постколониальных, да, значит, сразу возникнут вопросы, а был ли Советский Союз колонией, а когда мы были колонией, а были ли мы колонией вообще, да, колонизаторами, да, точнее, были ли они. И это такой как будто бы еще запасной аэродром, когда можно вот эти дебаты о колониальности нашего прошлого увести вот... другую плоскость другое. И превратить... Это очень интересно. Ну вот, когда ты говоришь про кружок, где постколониально, я с этим очень часто сталкивалась, когда я пыталась говорить, что да, мы были колонизированы Советским Союзом, мне говорили, что вы не можете использовать рамку постколониально определенные люди, потому что постколониально — это про Британскую империю. А Советский Союз очень отличается от опыта Британской империи. Но тут тоже нужно ставить главный вопрос, что империи разные. Империи — это такие исторические, как бы, как это сказать, феномены, которые не могут быть, по сути, одинаковыми. Да, они колонизируют, они берут контроль над определенным, как бы, пространством, да, над определенными людьми, которые в этом пространстве живут. Они вытаскивают и используют, экстрагируют ресурсы из этого пространства и так далее. Но дальше же это все может идти очень разно. Какая-то колония может быть... То есть settler-colonialism, да, это когда... я не знаю, как это по-русски перевести. Поселенческая колония, да? Колониальный тип. Есть overseas colonies, да, когда, то есть, захватывают территории, которые находятся за морями, океанами и так далее. И вот как бы ставить этот вопрос, что а Советский Союз или Российская империя, ну это же получше империя была, или это не такое было, это был такой... И там еще про добровольное же всегда. Да, лайтовый, типа, колониализм, вам же давали определенные права, вы же могли называться казахами или кыргызами и так далее. Но как бы, и вот когда этот вопрос заходит туда, мне кажется, это очень тупиковая тема, потому что, а, империи все разные, б, Советский Союз вообще должен рассматриваться как отдельный исторический феномен, который вмещал в себя империалистический и какой-то утопический социалистический проект, который, естественно, не получился. То есть это была такая смесь, да? Советский Союз еще использовал очень много европейских каких-то идей по нациостроительству и так далее, но он его как-то под себя подстраивал, очень сильно извращал. И поэтому, мне кажется, поэтому я тут ратую за то, что постсоветская имеет право на свою собственную теоризацию, потому что Советский Союз был абсолютно разным термином и понятием, которые мы не видели до этого в истории, да? И говорить, что все империи одинаковые, как бы, или что наш опыт был лучше, потому что нам там жилось лучше и так далее, это тоже как бы такая доминантная идея, что как бы не ворошите прошлое, все и так хорошо. Но как бы это не отвечает на все те вопросы, которые у людей остаются при всем при этом. Поэтому мне кажется, что постсоветскость нужно понимать в более расширенном понимании, чем просто постколониальность, потому что там все-таки эти лейблы, они диктуют определенные ассоциации и стереотипы, возможно. И для меня постсоветская, почему я тебе задавала этот вопрос, это про ощущение. Мы все ощущаем и испытываем постсоветскость очень по-разному. Есть люди в наших же странах, наши соотечественники, которые очень любят Советский Союз, и нельзя говорить им, что это неправильно или это нельзя, которые ностальгируют по Советскому Союзу, у которых там прошли лучшие годы, которые считают, что Советский Союз развивал, строил индустрию, строил Караганду, но не замечают всего того, какой ужасный эффект это имело на развитие экологии, потому что Советский Союз был модерновым проектом, который пытался захватить природу и контролировать ее. Мы имеем Арал, мы имеем Семипалатинские полигоны, на которых годами испытывались ядерное оружие. Ядерное оружие.
И люди от этого тоже страдали. Мы имеем огромные экологические катастрофы не только в нашем регионе, не только в Центральной Азии, но и по всей территории бывшего Советского Союза. И вот это вот какая-то даже доминанта того, что одни страны производят больше, например, зерна или в нашей экономике подвязаны под определенные ресурсные нужды, которые использовал Советский Союз, это тоже нужно воспринимать в своей рамке того, что это тоже был экстрактивизм, и что у наших же республик не было возможности говорить центру о том, что мы можем, хотим и можем развиваться по-другому. Все назначения, вплоть до первых секретарей, обкомов и так далее, там была очень сложная система, все принимались центрально, политбюро в Москве. Поэтому как бы... я просто недавно писала про 86-й год в Казахстане, и как это там описывается, что происходит протест свободной молодежи в городе, когда назначается секретарь вообще не из страны. Но при всем при этом разбираться с ситуацией высылают московского кадра из политбюро, московского КГБшника тоже из оттуда, да? И они приходят и просто указывают местным кадрам, что и как делать. Это все заархивировано. Пожалуйста, ребята, смотрите в архивы. Это очень важно. И наши кадры, которые сами там на высоких позициях в это время в Советском Казахстане, говорят, что они не имеют никакой возможности вообще. Ну, тут тоже нюанс, что, возможно, они как бы и не хотели потерять свои позиции, поэтому подстраивались под московскую позицию, но при всем при этом как бы их никто особо и не спрашивал, что у них альтернативное или другое мнение. И поэтому мне кажется, что Советский Союз нужно воспринимать как империю, просто империю другого типа, которую нам еще стоит описать и понять. Ну, при всем при этом, что Мадина Тластанова, например, очень много уже об этом писала, и Ботакоз Касымбеков и другие коллеги. Почему важно говорить не только о деколониализме, а еще и о... Ну, сейчас я понимаю, что важно говорить о постсоветскости, как о постсоветскости, то есть не приравнивать его просто к постколониализму. Угу. И почему вот важно упоминать на таком же равном уровне с деколониальностью вот эти вот два феномена? Мне кажется, потому что это еще про переосмысление истории, и mm-hmm. это про то, что понять вообще, что такое вот в этом постсоветском, что такое советский. Mm-hmm. То есть, что это не просто ностальгия и явление, что это было, да, ну, то есть мы живем все еще в очень постсоветских политических системах, и те лидеры, которые управляют странами, это, ну, они постсоветские, потому что большая часть их жизни, их образования, их формирования, и те системы, которые говорит Диана, политические, они остаются, они происходят оттуда. И вся сущность, да, многих процессов, она все еще постсоветская. И говорить о том, что этого нет, и как-то от этого пытаться абстрагироваться невозможно. И мне кажется, возможно, как бы через деколониальную оптику мы можем это пересмотреть, вот то, что если мы придадим этому какое-то больше теоризации, если мы не попытаемся от этого избежать этого, да, потому что под иногда десоветизацией, которую мы хотим проводить, мы пытаемся быстро убежать от этого. И то есть казахта сөз бар, аурун жасырган адам өледі. То есть это человек, который как бы скрывает свою болезнь, он умрет. И это такая попытка скрывать болезни. Сказала я со своей простудой сейчас. Вот, я не скрываю, чтобы мне нальвим. Вот, про это как будто бы. Я очень сильно радую за то, что постсоветская должна быть теоризирована, именно теоризирована, потому что мне кажется, что именно в момент распада, и уже прошло 30 лет, и то есть мы пришли к тому моменту уже наконец-то, да, когда можно посмотреть, я говорю про свое поколение, потому что я знаю, что, естественно, были исследования и до этого сделаны, и много писалось, что мы не начинаем с белого листа, но на самом деле, мне кажется, в нашем поколении нужно дать этому какую-то уже финальную теоретическую основу, потому что опыт разных стран показывает, что и постсоветскость, ощущения постсоветскости, они тоже очень разнятся среди разных контекстов. И для меня, например, это очень интересно, потому что я постоянно работаю с очень сравнительным анализом, да, то есть я постоянно пытаюсь сравнивать разные страны
например, Прибалтики или Украину с Центральной Азией, да даже внутри Центральной Азии мы очень сильно различаемся по тому, как мы относимся к этому прошлому. Поэтому мне кажется, что сейчас такой момент, и, наверное, война стала таким поворотным моментом, когда уже все, кто до этого не хотели это воспринимать или спали, наконец-то проснулись и поняли, что окей, сейчас то самое время. Но мне кажется, что таких моментов было очень много, переломных. Обе чеченские войны, вообще все конфликты, которые происходили на постсоветском пространстве. То есть мы имеем какую-то геополитическую подоплеку, да, что постсоветский. И опять-таки, всегда в западном восприятии постсоветский — это большинство Россия и компания, да, все остальные как бы воспринимаются как часть, ну, все равно часть какого-то российского сферы или просто говорят Russia and the rest, да, то есть Россия и все остальные. И мне кажется, что, ну, сейчас такой переломный момент, когда нам просто нужно сказать, что поняв постсоветское, мы поймем, какой империей был Советский Союз. Потому что, ну, у меня есть только связь с архивом, связь с определенными людьми, которые через это прожили. Но сам момент постсоветскости, по ощущениям, да, почему у нас нет музеев коммунизма, почему у нас так мало говорят про гулагизацию. Вообще Казахстан, это, мне кажется, такой учебник постсоветскости должен быть. Это такой шикарный кейс, где всю страну превратили в сталинские лагеря, но при всем при этом у нас до сих пор, в принципе, очень многие люди симпатизируют советской риторике. Опять, Советский Союз тоже был очень разный, но при всем при этом как бы абсолютно списывают вот эту какую-то колониальную подоплеку, описывая все эти хорошие вещи. Нам построили оперу, как будто мы сами не могли построить себе оперу. Нам дали там, не знаю, массовую печать. Мы бы тоже к этому, наверное, пришли сами когда-нибудь и так далее. И что у вас забрали взамен? Как бы очень... И вообще для меня очень парадоксально. Это вопрос, наверное, тоже к самой себе, потому что я из Казахстана, что мы так долго шли вообще к восприятию вопроса голода 30-х годов, и что это тоже часть советской истории, что это тоже часть советской, как говорят, ошибки, да, то есть погибло огромное количество человек бесследно. И я помню, когда я занималась исследованием Ашаршылыка, то есть голода в Казахстане, некоторые люди просто в 2011, 2012, даже 2015 года говорили со мной об этом шепотом. И в этом тоже есть этот шепот, леденящий душу, когда ты не можешь говорить открыто, свободно в своей свободной стране. Говорит о том, что постсоветская живет и в этом шепоте, и в этом страхе, который из людей не вымывается годами. Вот, я хотела еще спросить, почему нас, независимые страны, все еще называют постсоветскими? Вы уже ответили на этот вопрос по всем вот этим факторам, которые все еще мы испытываем, все еще мы живем этими иллюзиями, которые вот остались с того времени, что делает нас все еще постсоветскими странами. Наши фамилии даже. Наши фамилии даже. У нас у всех с вами окончание под документом. Ты уже убрала? Я пытаюсь убрать. Да. Ну вот, ну до поры до времени, как бы до какого-то дня, у нас с вами ОВА, да, у всех окончание фамилии. Да, да. И у нас есть отчество, да, ВНА, например. Ну, КЗ, ОЛО есть такое, но все равно я имею в виду, что это очень... Мы говорим с вами по-русски сейчас все. Да, втроём. Да, вот, типа... Каждый день наш опыт, он все равно в нем откликается вот эта какая-то, да, уже постколониальная, мне кажется, сказать. Хорошо, тогда вот так вот. Если мы об этом говорим... Блин, я в шоке. Я в шоке, это очень грустно, потому что тогда, типа, а что нам сейчас с этим делать, наверное? Вот, мне кажется, очень важно, если говорить о важности постколониального и постсоветского... Как раз-таки, чтобы деколонизироваться, нам нужно это все переосмыслить, и поэтому это важно сейчас учитывать. Окей. Ну, мне кажется, что не задавать вопросы и закрыть эту страницу истории и сказав, что все хорошо, живем, нам все понятно, да, не раскачивать лодку, амамбас, да, у нас все нормально, стабильность. Софт-жок. Мое любимое, стабильность, мирное небо над головой. Конечно, это важно сейчас в контексте ужасной войны в Украине, но нужно понимать, кто эту войну начал и по каким и на каких основах, да, и как продолжают врать людям, говоря о том, что эта война
там, России, за спасение Украины и денацификация, такое слово вытащить, денацификация. Я когда читала первые эти статьи в конце февраля и в начале марта, когда российские политологи писали именно откровенно о том, что означает денацификация, у меня просто были флешбеки каких-то сталинских времен, тот же язык, та же позициональность и так далее, что одна страна может прийти на каких-то непонятных правах, просто колонизировать другую страну в 21 веке. Это, и учитывая то, что типа, это, ну, разные очень странные мифические коннотации, начиная от того, что это исконно русская земля, неправда. Вообще, что означает быть исконно русским? Это тоже должно ставиться под вопрос в колониальной оптике, говоря о том, что, не знаю, воюю с Украиной, мы воюем с НАТО и так далее. Ну, как бы, и люди в это верят, и это тоже, как бы, в этом тоже есть постсоветскость. Почему люди верят Соловьёву, Скобеевой и компании, да, когда это телевидение абсолютно невозможно смотреть здоровому человеку? И почему люди аллергически при всем при этом относятся к тому, что, ребят, мы сейчас говорим по-русски, ваши там дети говорят, ну ладно, русский — это тоже это такой язык, который стал нашим, да? Он не принадлежит. Посмотрите, если у вас хорошие дороги, да, если у вас хорошее здравоохранение, вот вы все говорите, что в Советском Союзе все было прекрасно, было здравоохранение, было там бесплатное обучение и так далее. Сколько людей могли поступать в те университеты, в которые они хотели поступать в Советском Союзе? Сколько людей как бы, и то, что мы имеем даже сейчас, да, с этим же здравоохранением, инфраструктурой и так далее, это же тоже отголоски постсоветского, что мы до сих пор не можем с этим бороться. И поэтому, когда люди говорят, что или оправдывают войну в Украине, что, мне кажется, чудовищно и преступно, говоря о том, что мы на правой стороне, мне кажется, здесь есть любые аргументы. Играют против, потому что пока мы не признаем независимость и право независимой страны отвечать за себя и делать свою политику, мы, по сути, подвергаем себя опасности тому, что к нам тоже могут прийти, и мы тоже с этим согласимся, это тоже неправильно. Ну и в целом, учитывая риторику, когда эта же сторона подвергает регулярно территориальную целостность нашей страны, других стран, да, которые состояли в Советском Союзе, я понимаю, что все пытаются потом это отрицать, то есть один, допустим, скажем, политический деятель сказал, и потом все пытаются, как это сказать правильно? Обелять. Все пытаются, да, потушить пожар, который образовался, но тем не менее такие высказывания происходят периодически. Или у вас не было истории до Советского Союза, да. Мы вам цивилизацию принесли. Это настолько колониальный язык, что люди даже не задумываются об этом. Это очень интересно, потому что мы вот очень много говорим, что мы хотим быть деколониальными и так далее, и вот мы же действительно стараемся забыть о постколониальном, потому что для нас это такое, как пятно на рубашке, мы хотим скрыть это, мы не хотим об этом говорить, но по сути, как мы можем об этом не говорить, когда даже сегодня у нас стоит угроза того, что, вот, как ты и сказала, кто-то может прийти, просто захватить и снова сделать колонии, по сути. Yeah? Кошмар. Ну, и тут еще тоже вопрос о том, почему люди аллергично иногда относятся к деколонизации, деколониальной оптике. Деколонизация — это тоже контекст, который исторически, когда бывшие колонии получают независимость, деколониальной оптике, потому что они не хотят быть колонизированными, они не хотят признавать то, что они были колонизированы. В этом тоже есть определенный расизм. Ну, страх жертвенности, как и говорят все. Ну, еще и расизм, потому что, типа, Советский Союз деколонизировал или участвовал в деколонизации стран Африки и в диалоге, например, с другими бывшими колониями и так далее. И в этом тоже была такая политика, да, Советского Союза, что мы помогаем, вот посмотрите, привозили разных писателей в Ташкент, в другие части. И в Центральной Азии в этом диалоге играла очень важную роль исторически, что вот мы освободили эти народы от царской России, то есть от бывшего колонизатора, посмотрите, вот как они хорошо живут и так далее. При всем при том, что какой был голос у этих же стран, у Центральной Азии, когда они вступали в этот диалог. Но мне кажется, что люди, которые не хотят признавать свою какую-то колониальность внутри себя, в этом тоже есть часть какого-то расизма, что, ну, мы же не были колонизированы, вот как бывшие колонии Британии и так далее. Поэтому тут тоже нужно немножко саморефлексироваться, посмотреть внутрь себя и подумать, а почему я отрицаю это? Может, потому что я не хочу быть колонизируемым? Может, потому что я хочу быть
как бы я хочу быть таким советским человеком в том смысле, что ну, я же себя не считаю человеком второго сорта, а это было в Советском Союзе, может быть, не на официальном уровне, но это было на бытовом, что тоже очень важно, социальном, когда были люди первого уровня и были люди второго сорта. И вот те люди, которые в наших республиках не хотят быть деколонизируемыми или воспринимать деколониальную оптику, возможно, они не хотят быть и признавать эту, к сожалению, да, я не говорю, что это позитивно, но тот факт, что второй сорт и даже третий сорт были и существовали в советском опыте, и они не хотят переносить этот опыт на постсоветскость, и не хотят воспринимать даже не жертвенность, а именно свою второстепенность или какую-то, понимать себя в иерархии колонизатора на втором или третьем месте. И они хотят быть такими, что Советский Союз давал свободу привилегии. Человеку, привилегии, и советский человек, мы все были равны друг другу. Это неправда, это такой большой миф. В Советском Союзе не было равенства. И мой финальный, наверное, вопрос. Мне кажется, мы очень глубоко отрефлексировали о том, что такое постсоветский и постколониальный, и деколониальный. Тогда есть ли... Вот, просто как-то в разговоре у нас было, что... По-моему, ты общалась с грузинами, и они такие, нет, мы не хотим ассоциироваться с пост... Камилу. Это я была. Вот, я просто... Я когда монтировала подкаст, я такая переслушивала с постсоветскими. Мы хотим... Мы, типа, мы давно деколониальные. И у меня такой вопрос. Есть ли сейчас вообще общество в нашем постсоветском пространстве, которые можно считать деколониальными? Или таких на самом... Ну, я, можно, в двух моментах придерусь к вопросу. Первое, что такое постсоветское пространство, где его границы? Просто те, которые когда-то были в составе СССР, окей. Но опять-таки, там... Южный Кавказ, в частности Грузия, да, они очень к этому отнесутся иначе, или тем более Прибалтика, да, это одно. А второе, это тоже, да, как будто бы легкие ответы на сложные вопросы, да, success story самой деколониальной нации бывшего Советского Союза. И что есть тоже как будто бы в этом чуть-чуть такая иерархия, да, что вот они деколонизировались, а вы нет, как бы bad for you, там. И в этом есть какая-то конечность, что можно деколонизировать, ну, используя твою формулировку, можно деколонизироваться и прийти к какому-то великому прекрасному будущему. Мне кажется, что этот процесс, он очень долгий, и не нужно бояться того, что он долгий. Мы должны рефлексировать, мы должны задавать эти вопросы, и мне кажется, что... Надеюсь, мы должны создавать какую-то литературу совместно, именно находясь в диалоге, не закрывая свои какие-то локальные контексты, что тоже, наверное, важно в какие-то моменты, но именно находя какой-то вопрос в диалоге с теми же грузинами, а что значит пост, а почему мы не хотим быть постсоветским. Мне кажется, что само слово «советский», оно сейчас приобретает очень негативный контекст из-за войны, ну и вообще из-за того всего того, что произошло. Но... Ну да, главная здесь мысль в том, что это может быть процесс, который займет очень долгое время, и не нужно это воспринимать как-то негативно или плохо. Но само понятие того, что мы линейно перейдем от начала к концу, и будет какая-то рай. Эмансипация происходит в процессе, когда ты понимаешь, что я субъект, у меня есть такая история, но при всем при этом я могу задаться вопросом и как бы простудировать не то, что как бы отнестись к этой истории со многими вопросительными вопросами и находиться с ней наравне, не говорить, что там вот дядя Сталин, он где-то там высоко, да, я могу с ним говорить наравне и посмотреть на то, что этот нарратив означает для меня, то есть это субъектность, и вот как бы сломав эту иерархию, мы сможем прийти к чему-то более интересному. Критика к себе. Нет, это даже не критика, это же то, как мы привыкли, то есть мы живем в какой-то системе ценностей, которую мы сами пока перерабатываем и переосмысляем, поэтому такая постановка вопроса тоже имеет. Финально просто сказать про грузин. Может, они правы в том, что нужно отойти от понятия постсоветское в нашем общем языке, и вот, как ты говоришь, не говорить про постсоветское пространство, а отнести его более в такую историческую, какую-то теоретическую основу, что это было, что, наверное, пост имеет какую-то многоликость, но при всем при этом он очень пустой в своем понимании, чтобы описать те ощущения, которые мы переживаем сейчас. Поэтому, может быть, мы уже не пост давно, а что-то другое,
И как бы, ну да, я тоже за то, чтобы не называть эти страны больше постсоветскими. Но у них есть альтернативы, надо понимать, что они могут себя называть странами Черного моря, странами и европейской интеграции. Но тут еще такой момент, наверное, нас это пока еще очень задевает и задевает сильно. Потому что это часть, наверное, что это пока не осталось на какой-то странице истории, что это пока часть реальности. И вот то, что Диана писала, да, про какие-то привилегии, про какие-то моменты восприятия себя, да, что мы не хотим быть вот, что мы были oppressed, а это больше про... Но пока это все очень больно, мне кажется. Из-за этого к каждому термину можно относиться достаточно так болезненно. Ну и особенно в странах, где была война, да, допустим, в контексте Грузии, там, вопрос оккупации, это такие моменты тоже тяжелые. То есть сравнивать, да, насколько мы можем, тоже надо примерно. Ну да, мне кажется, это можно бесконечно обсуждать, мы можем любую страну. Просто хочется посоветовать, так как получился немножко академический подкаст, что есть очень классная ветвь деколониального феминизма, и там огромное количество прекрасных имен феминисток. Мария Лугонес — это, наверное, одна из первых, кто, ну, таких матерей, основательниц, да? Поэтому, пожалуйста, почитайте, там очень много всего интересного. Да. Ну, нет. Наверное, да, можно список литературы потом сделать. Ну, вот сейчас «Тластану» на казахский переведут, выйдет скоро. Будет круто, если будут другие языки и государственные, да, Центральной Азии, на которые можно будет почитать. У меня вопрос к Диане. Вот ты сказала, что ты тоже против того, чтобы ассоциироваться с... называть это постсоветским. Тогда если... нет, потому что тоже интуитивно я не хочу, чтобы Кыргызстан называли постсоветской страной. Когда, например, я не знаю... идет какое-то представление Кыргызстана, ну, когда Кыргызстан представляют на каких-то форумах и так далее, как постсоветскую страну. Есть ли какие-то альтернативы, с чем мы можем ассоциироваться или как мы можем называться? Да, мне кажется, вообще вот этот термин постсоветские страны или бывшие советские страны, да, formerly Soviet republics, он на себя немного изжил и давно, в принципе. Опять же, я ездила в Украину до войны, до полномасштабной войны, которая началась в феврале 2022 года, и потому что война там всегда была до этого, с 2014 года. И вот там, да, там как бы было такое сильное переосмысление, что там не использовался этот термин, или в странах Прибалтики. У меня было очень много интервью, когда мне люди говорили, но мы не постсоветские, зачем ты это используешь и так далее. У них, да, есть альтернатива, у них есть Европа. Мне кажется, что нам нужно искать альтернативу изнутри, что регион может сам о себе сказать, потому что не нужно разделяться дальше на какие-то, что мы там разные и так далее. Но именно регионально, если себя поставить как-то на карту, то мы должны придумать свой термин. Многие сейчас используют Центральная Азия, Central Asia, как бы в контексте, да, геополитики. Это да, это такой большой вопрос, и мне кажется, что он должен исходить изнутри того, как люди сами хотят себя называть. Мы не можем давать кому-то лейблы, кем бы мы ни были, академиками, писателями, политиками и так далее. Мне кажется, что это, опять-таки говоря про самоопределение и говоря про деколониальную оптику, которая дает тебе эту субъектность и свободу, оно должно исходить от самих людей. Ну, то, что мы боремся, например, с очень такими шовинистскими высказываниями в онлайн, да, сейчас, когда пишут Киргизия, а не Кыргызстан, и там просто все пишут, и казахи, и, то есть казахстанцы, там все из Центральной Азии, узбекистанцы и так далее, все пишут не Киргизия, а Кыргызстан, или там не Алма-Ата, что очень советский старый термин, а Алматы. И вот тут, когда мы говорим про прошлое и про нынешнее, мне кажется, что постсоветскость, она должна, постсоветское пространство, и вообще понятие постсоветскости, должно перейти вот в эту старую Алма-Ата, когда-то была, но никогда больше не используется, но мы можем про нее писать, теоризировать и историзировать, но как термин оно отошло, оно изжилось, или как Киргизия, что более ужасный язык, конечно, шовинистский, российский, но я именно про это говорю, что и, да, но мы должны прийти к какому-то своему знаменателю, что означает наше нынешнее состояние, мне кажется, из диалогов людей, а не политиков. Тогда такой вопрос, following. Что сейчас говорят люди? Я вот не знаю никаких диалогов вот насчет самоопределения региона. Говорят про большой регион, то есть говорят... Но самое интересное, когда я делала исследование еще до пандемии, люди говорили название стран.
Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, иногда Азербайджан, но не говорили там, например, бывший советский или... Вообще у людей нету, на самом деле, когда ты начинаешь с этим говорить на интервью, на фокус-группах, у людей нет понятия постсоветского в повседневной жизни. Есть СНГ больше, даже да. Чаще говорят СНГ, чем постсоветский. Ну даже вот, например, в Центральной Азии наш сэмпл когда-то показал в 2019 году, что даже СНГ очень редко используют. Всегда говорят именно по странам. И мне это очень понравилось, что каждый раз, когда ты куда-то едешь, в разный город, в разное село, люди всегда говорят, вот есть Кыргызстан, есть, например, Узбекистан, и это очень разница, когда ты едешь географически, кто ближе, того и называют. Но даже в Азербайджане очень часто говорили, что они не говорили Средняя Азия, они не говорили постсоветская, они говорили, есть Азербайджан, по Каспийскому морю у нас там границы, например, с Казахстаном, с Туркменистаном, и они говорили про какую-то вот эту вот общность. Но, возможно, это тоже выход, называть свои страны своими именами. То же самое, как, например, я сейчас думаю, почему люди говорят «страны Африки», хотя там огромное количество стран. И они супер разные, у них супер разная жизнь везде. Или тот же Ближний Восток, где тоже столько разностей. И как только начинаешь в это входить, столько языков. И... Да. Такое. Я думаю, что нужен какой-то опрос и какое-то большое социологическое исследование по Центральной Азии, которое будет говорить о том, насколько, например, региональная идентичность, о которой говорят на всяких консультативных группах, о которых, ну, которые закрытые двери, да, и оно не учитывает общественное мнение. Мне кажется, нужен такой опрос, где нужно понимать, да, насколько общество сами себя ассоциирует друг с другом. То есть мы можем сколько угодно говорить, что мы друг о друге не знаем, и мы себя больше ассоциируем там и с Россией, и с какими-то... Ну, то есть в меньшей степени, да, друг с другом, мне кажется, это должно быть какое-то большое исследование о том, что есть Центральная Азия для самих центральноазиаток, центральноазиаток. Потому что, допустим, в Paper Lab мы недавно провели... Paper Lab, есть такое еще бюро экспресс-опросов Демоскоп, они вот регулярно проводят опросы восприятия казахстанцев-казахстанок войны, да, в Украине. То есть как растет, как меняется статистика. И, допустим, то, что в мае показало там... 60% людей нейтральны, что растет тревожность о потенциальном вторжении уже в нашу страну, да, и какого-то рода опросы, если бы были именно как Центральная Азия себя воспринимает таковой, да, на уровне граждан, гражданок, то есть не на том, насколько мы, как, например, сообщество исследователей, аналитиков, да, это дает какие-то плоды, но хочется больше вот каких-то полевых исследований, хочется больше сырых данных о том, а люди вообще что хотят и что они думают, и как они, готовы ли они себя воспринимать центральноазиатским регионом. Когда мы все еще на панели не видим, когда, понимаете, у нас Туркменистан так редко задействован, когда кто-то появляется из Туркменистана, все просто его готовы расцеловать, потому что он или она — это всего лишь один человек, и это происходит очень редко. То есть о каких вопросах, да, можно говорить? Мне кажется, нужен такой какой-то большой опрос социологический. Да. Вот. Здорово. Дайте денег, мы проведем. Тогда давайте подведем какие-то итоги этого разговора. У нас была тема, что такое постколониальность и постсоветскость. К чему мы пришли в итоге? У нас просто, блин, у нас такой разный разговор был. Сейчас сложно будет чуть-чуть суммировать. Мы будем идти просто. Мне кажется, даже суммировать это невозможно. Это процесс. Это идущий, не останавливающийся процесс. Да, процесс. Всё. Да. И еще важно, мне кажется, не знаю, будешь ли ты делать дисклеймер, что мы это записывали, в какой период. Потому что вот то, что вот даже ты упоминала, да, я думала об этом иначе вот так, сейчас я поменяла свое мнение. То же самое я, например, понимаю, что какие-то подкасты, которые мы записывали ранее, да, ты мог думать одно, а потом как бы ты тоже переосмысляешь, и это тоже важно. Я хочу просто как итог пригласить большее количество ребят, исследователей, которым интересны эти темы, к диалогу, если у меня есть такая возможность, да, поговорить о том, потому что я пишу большой проект про постсоветскость, он будет занимать очень много времени, мне бы хотелось узнать... Дальше вот есть Камила, есть другие среды, Айзада, Арстанбек, например. Мне бы хотелось узнать больше ребят, которые этим занимаются. Я хочу, чтобы твои книги перевели на казахский язык. Спасибо. Ну, пока нет, но мой твиттер всегда открыт. Если люди напишут, в Инстаграме я Чапан Фашиниста. Была когда-то не именована, но теперь придется публично открыться. Вот. И мне бы хотелось очень-очень... Потому что
это процесс, но при всем при этом это диалог, важно многоголосие, чтобы много людей участвовало в этом диалоге, даже когда мы теоризируем и делаем академию более близкой, вот как ты говоришь, гражданам, потому что мы же это не делаем для себя или для библиотеки, мы это делаем как раз-таки для людей, мы пытаемся вместе понять, что происходит, поэтому я бы хотела прийти к диалогу. Это должно быть и о нас, и для нас, да. А не для кого-то. Да. Здорово. Тогда, надеюсь, этот эпизод был полезным для тех, кто не знал, что это такое. Мне кажется, мы дали очень много пищи для размышления, потому что нету финального ответа какого-то невозможно. Это всегда процесс, то, что мы постоянно пытаемся размышлять, для себя основывать. И важно понимать свои чувства, и это всегда о нашем самоощущении. Спасибо, что вы были с нами. Если будут вопросы какие-то, пишите. Увидимся. До скорых встреч.